Всем привет, всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family. Продолжаем Uncharted 1, судьба Дрейка. И бежим, бежим, бежим куда-то, у нас четвертая глава. И куда идти? Сейчас пробегусь, посмотрю, может быть где-то сокровище валяется. Ага, точно. И серебряная статуэтка инков. Хорош, но я не думаю, что с той стороны тоже будет что-то лежать, это будет слишком глупо. Но я проверю. Нет. Блин, ну ты умеешь быстрее бегать? Ну серьезно, ну на этом. Так, что-то... Что такое? Патроны. А патрончики-то у нас... А где Калашников? Эй, вы чё? Где мой АК? Так, это, наверное, надо отстрелить. Почему они с замком так не вылетели, а? Так. А, это тупик. Такой неоднозначный тупичок. Хорошо. Хорошо, хорошо. Можно пойти поплавать. А, нет, надо все-таки, да, туда наверх. Хорошо, тогда собираем, что тут лежит. Серебряный амулет в виде рыбки. В виде рыбки это хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ты что, ты что, ты что? На этом... Соберись! Соберись, тряпка, ты что? Уже не может зацепиться. Блин, надеюсь, что здесь не будет очень много перестрелок. Перестрелки мне здесь не очень нравятся. Я вот лучше побегать, попрыгать, какие-нибудь загадки поразгадывать. Саундтрек, кстати, классный. Допрыгну я. Надеюсь. Да-да-да, тихо-тихо-тихо, держись. Хорошо. Там ничего не было? И по новой. А вы что, какие-то бессмертные стали? Я не понял. Блин, тут автоприцел есть, но он какой-то... Он наводится рядом с противником почему-то. Либо это не автоприцел, а мне так просто везет. Как бы мне не нужен постоянный АИМ. Или как он там называется, который... Постоянно держит прицел на противнике. А, вот как реализовано в RDR 2, ну и в принципе в первой части. Нажал на прицел, направлен экран в сторону противника, и все, у тебя на ком-нибудь завис он. Ну не завис, а просто направился на него. А потом ты уже выбираешь, стрелять, не стрелять. И уже крутишь дальше. Мы его подстрелили. Тихо! Гранаты? А как их использовать? Мне бы себя не подорвать? Да, давай беги! Тихо-тихо, не стреляй, не стреляй по мне. Да блин, ну я хотел в рукопашку поубивать их всех, а они, козлы, не хотят. По-честному.
Блин, заново что ли всех убивать? Ну ладно. Ай, патрончики закончились. Я не думаю, что они издеваются на этом. Совет? Что это за совет? Я и так видел Лиану эту. Это глупый совет. Тихо. Не надо торопиться, я слишком быстро жал кнопки, из-за этого не получалось комбинацию эту сделать. Хорошо. Нет, этих я буду так убивать. Нафиг. Это в голову. Ну в голову же прилипает, в принципе. Но нет, игра говорит, что хрен тебе. Блин, ну здесь красиво, здесь очень красиво. Даже для... Я не помню какой-то год. Но игре, мне кажется, лет 10 уже. Sony PlayStation 3 и Uncharted. Ну нет, там, в принципе, три части было на третьей. Да, это где-то лет 10, наверное, игре точно есть. Так, а тут еще и стелсик есть, да? Хорош. Хорошо. Он бы приседать еще умел. Но он не умеет. Класс. Блин. Хочу их по-тихому убить. Я не знаю, за это что-то дают или нет. Огонь на поражение! Ты труп! Фига, он улетел. Я тебя не вижу, чувак. Ты умер? Нет. Блин, ну они попадают очень четко в тебя. Ага, вижу еще одну. Ничего себе ты! Снайпер! Ой, тихо. Нет, тут автоприцела вообще нет никакого. Так, вы будете поближе ко мне подходить или нет? Патроны это последние, кстати. А, это гранату кидают, что ли? Ой, нормас. Еще? Где ты? Ну, они спрыгивают. Можете поближе подойти? Отлично. Да, блин. Этого вот надо убить. Живой еще. Хорош. Больно, наверное. Да больно, больно, всем больно. Кому сейчас? Классно. Моему. Да откуда вас так много-то? Да серьезно ты? Так и умереть можно. Только я сказал, что я не хочу, чтобы... Блядь, еще и обходят. Тихо, ХП, восстановись, отлично. Граната! Беги, Нейтан!
Да какой огонь, подожди. Не вовремя патрончики закончились. Так, все, последний. Я надеюсь, что это последний. У меня и у пистолета-то 6 патронов осталось. Так, там кто-то пробежал или мне показалось? Музыка все еще грозная. Это мне пригодится. Это я вместо чего взял? Тут один пистолет можно и одно более тяжелое, да, оружие нести. Еще, оказывается, одна бочка была. Ух, блин, перестрелки здесь мне не нравятся. Не нравятся. Надеюсь, что их будет меньше. Блин, а можно сделать, чтобы перестрелки были легче, а загадки были сложнее? Я бы лучше в такое играл. Так, тут я вряд ли залезу. Тихо. Так, а туда надо? Да кто ты опять? Тут же уйди ты, мое сокровище не даешь взять. Золотое кольцо, изысканное. Может, по дереву надо пойти? Нет? Там кто-то бегает, я слышу. А можно, да, прострелить? Ну-ка. Да, в натуре. Блять, ну они тоже простреливают. Это в голову? Этот просто умер. Тут-то мощный, а. Чё меня искать? Вы на меня бежите. Так о каком же прицеле? О чем ты говоришь? Тебе конец. Граната у него выпала? Нифига себе. А-а-а, попади в него. Может быть, надо было сложность меньше ставить. Твой на средний, как обычно. Как обычно на средний играем. Ай, да хауй, тихо. На, в голову хочу. 50 убийств из пистолетика. Готово. Блин, скажите мне, что они закончились. Ага. Убежать! Ну капец, ну вы, пацаны, ну вчетвером в одном месте спрятаться, ну серьезно. Вылези быстренько. 20 выстрелов в голову. Ай! Ты живой, что ли, еще? Серьезно? Да... Мать твою, а? Thank you.
А, отлично. Кто там еще? Да ничего не порядок. Очень все плохо. Выглядит, да, вот с этой стороны. Молодец. Фух, давайте соберем быстренько патроны и пойдем дальше. Блин, это не очень хорошо нам так умирать часто. Не, ну у меня отговорка. Я не играю в шутаны на геймпаде. Я не умею этого. Я сразу говорю, я не умею стрелять на геймпаде. Автоприцела здесь нету. Гранату. Еще одна. Мне не жалко. Это лучше, чем я 50. Да ну как ты не умираешь? Дробовик нет, пока не будем брать. Дробовик это прям, чтобы впритык ходить к ним. Но мы себе пока такого не... Я не знаю, может быть потом прокачка будет какая-то, бронежилет может быть какой-то, Нейтан на себя наденет, чтобы так быстро не умирать. Иначе я не знаю. Так. Я понимаю, что надо наверх. Но пока не понимаю, как. Там он что-то блестит. А, тут можно залезть, оказывается. Взорное серебряное кольцо. Да нет, наверх, наверх, наверх. Наверх. Опачки. Опачки. И... Отлично. Пацаны, хватит воевать. Давайте, я лучше руками буду с вами драться. Буду убегать там, я не знаю, на машине ехать, плыть. Все что угодно, я не хочу больше воевать. Тихо. Он вон там! Да вы издеваетесь, что ли? Разойдись! И она не убивает, ну серьезно, там осколочная же граната. Где он? Ты в меня стреляешь? Я тебя не вижу, ты меня тоже не видишь. Куда ты стреляешь? Там вообще война какая-то. А вон они где. Меня уже давно там нету. Ты Нео, что ли, уворачивается от пуль? Серьезно? Ладно, давайте. Калаш у нас полностью накопился. Сокровищ нету. Патронов очень много. Весело. Это какие-то индейцы поймали давным-давным-давно этих конкистадоров каких-нибудь или... Ну это винчестеры какие-то. Не знаю, какие-то времена... 1930-й. Там что-нибудь такое, наверное. Ага. Сейчас бы прыгнул. В воду. Тихо, держись. Держись на этом.
Я думаю, если мы упадем в воду, это сразу смерть. Потому что плавает Нейтан так себе. Да блин, ну я привык к другим играм, там по-другому. Вау! Это с чего это мы так стреляем? Так, я забыл, я же с калаша не хотел. Я же с калаша хотел пострелять. Так, а... Ага. Окей. А дальше? Налево или направо? Ну а смысла мне налево? Да и направо тоже нет смысла. Ага. Тихо, ну что ты делаешь-то, а? Надо было просто сойти. Наверное. А что ты так делаешь? Зачем ты так прыгаешь? Я не пойму. Ладно, я сейчас не буду прыгать вообще, просто вперед пойду. На это же можно встать? Да куда ты делаешь? Он как-то в замедленном начинает прыгать и улетает хер знает куда. Ну да. Я там вижу, бочка у него стоит. Надо по бочке попасть. Хорош. Ну, ты так вот делаешь. Ну, ты, блядь, а? Ну, это же легкий момент. Откуда я? Легкий момент, тут ничего сложного, ну просто из-за того, что управление немножечко кривоватое, наверное. Я просто начал торопиться, думал, сейчас обрушится что-то. Тут надо по нему просто проходить иногда. Но это совершенно неоднозначно. Тут он еще прыгает на... Куда ты поскакал? Фух. 30 выстрелов в голову я сделал. И все еще живой. Тут, наверное, тоже нельзя плавать. Я просто думал, мало ли там какое-то сокровище лежит. Но я не буду рисковать, нафиг надо. И так слишком много смертей у нас сегодня. Так, там что-то есть, подожди. Блять. Испугался. Сосуд инк. Охо. Охо, охо, охо. Ты что, серьезно? Ты теперь так будешь делать? Первый раз, главное, он легко запрыгнул. Теперь куда? Все, вижу. Да, а это наш самолет. Все, я понял. Ну как самолет? Кусочек, хвост, например.
Ну и карта получается уже у них. Что они меня так замечают-то легко? Все, я просто не... Какие бессмертные, а? Горцы, блядь. О! Ничего себе! Такого я не знал, что может быть. Блин, я забываю, что можно так стрелять. Так, конечно, ни хрена не попадает. Ну, придется иногда так тоже стрелять. Блин, калашников, ну, урон меньше, чем у пистолета. Тоже немножко странного. Можно, может быть, надо синсу поменьше поставить. Именно на стрельбу. Может быть, так легче будет. Ладно, но это все в следующей серии уже мы будем пробовать. А чуваки мощные, хрен убьешь. С калаш, с АК-47... Сколько патронов надо в них садить, чтобы они умерли? Очень-очень много. Есть что-нибудь тут интереснее? А, ну я отсюда пришел. Так, ну в принципе я же убил чуваков, которые тут лазили, собирали все. Значит, карта должна быть где-то здесь. Но ее здесь нет. Ау! Ау! А, вот ты где ж! Такой беспалевный вообще. Что такое? Видок не очень. Надо туда залезть? Наверное, да. Так, подожди, а вдруг закончится миссия? Тут тупик же, да? Только посмотри, что тут есть еще. Например, гранатка. Ну и все. Какой молодец-то, без ног залезает по канатику. Блин, ну они, по идее, должны были все уже забрать отсюда. Я не настолько тупые. А вот и карта лежит. Изумительно. Ништяк. О, нет. Елена. Я вспомнил. Да она вот это... О! Друзья мои. Не будут жалеть патроны. Хер бы с ними. Смешные такие. Ладно. Чё дробовед? Чё болеть будет? А вы закончитесь, нет, сегодня? Или это так... Нормально. А, все, закончились, ладно. Я уж подумал, что все. Приехали, приплыли. Никогда не закончатся, мужички мои. Да, серьезно. Это какой-то обычный уже экшен начался, боевик. Я на это не подписывался. Я такое не хотеть.
Мне куда? Мне наверх надо обратно. Или туда все-таки. Скорее всего, наверное, туда. Что какой-то Gears of War начинается. Одни перестрелки, а? Так, подожди. Ух ты ж, блядь! Не наступить бы на такое. Ну тут уже наступили, так что мне пофиг. Тихо, чё такое? Держись, Елена. Да, это понятно. Это, наверное, падает, да? Нет? Да. Тихо. Тихо, тихо, не кричи на этом. Тихо, тихо, стелс. Тихо, 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 стелс. В смысле? Это ты что ли там что-то взрываешь, слышь? Угомонись. Или не ты? Кто-то это делает. Рэмбо, третья кровь, блядь. Так, вот это нельзя нажимать. Это надо добыть осторожным. Не-н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 е
Давай, 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 давай. Отлично. Блять, убил только одного. Чё с музыкой-то? Чё орёт? Так и должно быть, да, я не против. Если бы всегда так пульки в голову прилетали, было бы замечательно. Я хочу посмотреть, что у этого чувачка было. А, я тут могу залезть, да? Что такое? Это вот вместо пистолета можно или вместо чего это? А, нет. Нельзя, к сожалению. Ну не, калаш я не буду выкидывать. Че, я дурак, что ли? Че, я дурак, что ли, калаш выкидывать? Нет сокровищ? Какая музыка-то началась? Вы почему в ловушки-то не попадаете? Для кого их тут кто-то делал вам? Это не я, конечно, был, но все равно обидно за человека. Тихо. Опа, опа, опа. Опять Сережечка. Сережечка, Сережечка. Блин, какая длинная глава-то у нас. Сколько там уж, 35 минут. Не, ну конечно, если бы я 10 раз не умирал, 5 минут бы минусом было, но все равно. Глава еще не собирается заканчиваться, я так понимаю. А нет, все. Пятая глава «Крепость». А, ладно, ребят, давайте на этом закончим как раз-таки.
только вот про это подумал. В общем, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. На этом пока все. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.